О, боже мой, я сейчас пухну. Извините. Я пухну. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Владимировна, добрый вечер вам. Добрый вечер. Это брат Никиты Барзакова. Да, да. Я прошу прощения, скажите, пожалуйста, как у него вообще дела в целом? Можете рассказать, пожалуйста, Елена Владимировна? Про Барзакова? Угу. Ну, нормально дела. А что, какие-то проблемы есть? Я очень просто... Ну, он себя плохо ведет, блин. Я его брат младший. И он, ну, мне кажется, что он плохо учится очень. Маме не рассказывать ничего. Ну, давайте так. Я сейчас, во-первых, этих отметок не вижу, так? Да. Я, давайте, завтра можете мне позвонить, ну, часов 10, например, хорошо там? Елена Владимировна, отметки, все, но... скажите, да, пожалуйста, я просто, ну, мне 13 лет всего лишь, меня Богдан зовут. Ага. Да. Ясно. Вы меня простите, пожалуйста, просто я очень переживаю за братика своего. У него точно все хорошо? Ну, все, никаких замечаний не было. Не абсолютно. Было. Если что было, я сразу же обычно звоню. Звоните. Родителям. Mm. Ну, ну mm. может, еще со что он там обижает кого-то или обижает что. Обижает меня, обижает Богдана, да. Обижает, да? Mm-hmm. Да. Он мне, знаете, но... что? Он мне давал понюхать свой писюн, блин. Он писюн мне давал. О, боже мой. Да. Он мне прям писюн давал понюхать, блин. Я прям нюхала писюн, блин. Это нормально? Это вообще какой-то ужас. Ужас, блин. Это ненормально, конечно. Но... Да. Ну, Елена Владимировна, вы мне, конечно, простите, а можно я понюхаю вашу пищу? Ну, это, конечно, это ужас. Почему? Я маленькая. Ну, мне хотелось бы просто понюхать и все, блин. А? А, ты... Это ты попросил у него понюхать, да? Да нет, он сам, блин, подошел и достал, блин. Дурак, блин. Конечно, дурак. Это дурак, вообще ужас. Вообще дурак, блин. Такой дурак, блин. У него такой большой, блин, вонючий ужас, блин. Что будем делать? Ну, с ним? Ну давайте это самое... Привет, завтра. Богданчик. Наберите позвони мне, я вам пожалуйста, расскажу, хорошо? Целую Нютека и расскажи, что про них думаешь. Плюс 7-846-2 130 707. Это кто-то говорит? Можно я понюхаю вам пищу? Ну, это... что, издеваетесь или нет? У вас все нормально. Я Богдан, я хочу пищу понюхать. Перестаньте звонить на это сам, потому что я маме вашей позвоню. Не надо, пожалуйста. Так будьте... У меня нет мамы, я Богом данный. Я Богом, я Богдан, я Богом данный. Мне Бог послал, и у меня нет мамы. Я Богдан. А... Ну, а родители у тебя есть Богдан или нет? Да я Богом послан, меня Бог дал сюда, на этот свет, спустил сюда. Я Богдан, понимаете? Я Богдан, Богом дан. Богдан ясно. Меня зовут. Я хочу пищу. Ну ладно, Богдан, давай тогда на... завтра наберешь мне, я хорошо? Я хочу на пищу понюхать, можно будет? Нет. Почему? Богдану запрещайте. Ну, понятно. Вот так вот с Богданом, да?